Певица Леди Гага выступила в Австралии на прошлой неделе. Одну из песен она спела в костюме русалки, восседая на инвалидном кресле. Эта находка, вероятно, известна зрителю более старшего возраста, чем целевая аудитория артистки. Бет Мидлер обратилась к звезде через Твиттер, заявив о том, что русалка в кресле – ее изобретение образца 80-го года. В своем интервью Гага ответила, что понятия не имела об этом факте. Американскому актеру Рэнди Куэйду и его жене разрешили временно остаться в Канаде. Власти США отклонили ходатайство обвинителя об экстрадиции пары на родину. Органы власти Санта-Барбары уже в течение нескольких месяцев пытаются добиться их возвращения в Калифорнию. Чету Куэйдов арестовали в прошлом году по обвинению в причинении вреда на сумму в $5000 своему бывшему дому. По сообщению таблоида TMZ, через неделю после объявления о предстоящем разводе Дженнифер Лопес получила выгодное предложение выступить на частном празднике. Она выступит на украинской свадьбе и заработает $1 миллион. Бетти Уайт вежливо отказалась от приглашения посетить бал морской пехоты, который должен состояться осенью. В своем заявлении актриса говорит о том, что польщена и что ей симпатичны мужчины в униформе, но, к сожалению, из-за съемок она не сможет посетить мероприятие.